activated. Поговорим позже. Эй, Крис! Ты меня зовешь? Ты уверен, что эти лианы не опасны? Уж очень сильно выросли. Ага, у меня уже руки отваливаются подрезать их каждый день. А так все хорошо, пока я не забываю их подстригать. Успокоил, называется. Куда дальше? Звучит немного опасно. Возвращаемся на Зефо. А, этот прекрасный корабль продолжает усложнять мне жизнь. Уверен, BD-1 будет не против помочь тебе с ремонтом. Что? Нет, не надо мне тут ничего чинить. Держи свои щупы подальше от моего корабля. Знаете, сколько сил я вложил в этот корабль? Вы все должны быть счастливы, что вообще попали на борт. Это элитный звездный лайнер. Не слушай их. Я все равно люблю тебя. Присядь, парень, пора приземляться. Activated. Как ты, Мэрин? Этот корабль. Он принадлежал джедаю. Она спасалась от Империи со своим падаваном. Никто не выжил. Откуда тебе столько известно о тех местах, где ты бываешь? Кое-что, события, переживания или люди оставляют отзвук в силе, который я могу считать. Ты читаешь прошлое? Все джедаи это могут? Нет, это редкость. Думаю, я с этим родился. Магия сестер ночи древняя. Но моя связь с прошлым не настолько сильна, как твоя. Может, это и хорошо. Возможно, ты прав. Прошлое таит слишком много боли для нас обоих. Так держать, Кэл Кэстис. Сейчас
еще получишь. Не шути, Сашка. Есть что-нибудь интересное? Это что? Видимо, заблокировано. Не хочешь проверить? Что нашел? Куда, парень? Ты там в порядке, капитан? Я? А, да, все нормально. Просто немного напряжен. Не привык ко всему этому. Порой путь опасен. И напряжение высоко. Все это чувствуют. Такое случается и с юными падаванами, и с джедаями. А, ясно, ясно. А ты, значит, сидела там и смеялась над ними, как смеешься надо мной. Вот всем весело-то. Вообще-то нет. Потому я и начала играть на Халиксете, когда была подавана. Это меня успокаивало. Музыка очень помогает. Даже может исцелить тебя, когда ты оказался в кромешной тьме. О, ну звучит очень даже неплохо. Так ты мне сыграешь? Может, потом. Буду ждать. Присядь, парень, пора приземляться. Думаешь, выйдет? У Кордовы же вышло. И у тебя выйдет. Верно. Эй, вы не проголодались? Я думаю, сварганить стейки из сказов. Извините, я не помешал? Нет, капитан. Без тебя мы бы ничего не смогли. О, да я... Это правда, Крис. Спасибо. Эй, надеюсь, ты найдешь эту голоштуку. Голокрон. Вы уверены, что его правда стоит искать? Ты о чем? Я о списке. Если эти дети станут джедаями, то за ними будут охотиться, как за вами. Но так список не попадет в руки Империи. Это наш шанс уничтожить Империю.
Ой, эй, новый план на посадку. Стой, Грис. А? Да? Мне стейк с кровью. О. А? Вот это я понимаю. В этом месте есть что-то странное. Тут другая энергия. Она мало похожа на Датамир. Да, Датамир многогранен. Его древняя сила сокрыта в тенях. Богана кажется более простым, но все же я не могу его разгадать. Богана — необычное место. Зефа не просто так построили здесь хранилище. И все ради того, чтобы укрыть твой Голокрон? К чему ты клонишь? Эта планета веками оставалась почти нетронутой. Уверен, что жизни, которые вы хотите спасти, были в опасности и до вашего вмешательства. Мы больше не на Датамире, это точно. Да, это так. Ты так ее представляла? Я про остальную галактику. Она огромна. Моя жизнь на Датамире кажется блеклой. Я также себя чувствовал на Браке. Под грузом прошлого мир кажется меньше. Думаю, на Богомоле мне понравится. Джедаи, которых мы тренируем, помогут создать галактику, где уважают и оберегают такие места. И это их выбор или ваш? Мы нужны друг другу, чтобы выжить. Не знаю, возможно ли это без джедаев. Защищать их — наш долг. Как скажешь. Извини, Кэл, я не привыкла к такой общительной компании. Кэл, есть минута? На пути сюда ты многое преодолел, но хранилище все еще загадка. Кордова спрятал внутри Голокрон. Вот что важно. Я должен его найти. Чтобы его защитить, Кордова сделал испытание опасным. Ты за меня волнуешься. Я не хочу обучать этих юнлингов в одиночку. Я справлюсь, Цере. К тому же со мной беди. Я знаю. Но будь осторожен. Возможно, с таким вы двое еще не встречались. Спасибо. Мы готовы. Мы оба. Берегите друг друга. Помнишь, как вы впервые меня здесь высадили? Сложно поверить, какой путь ты проделал за столь короткий срок, Кэл. Да. Возможно, обучать юнлингов лучше моими методами. У меня есть пара идей, которые не включают в себя риск для жизни. Нельзя обучить кого-то своими методами. Вы оба должны хотеть научиться. Спасибо. За все. Не за что. Готова к тому, что предстоит? Да. И я знаю, что ты тоже готов. Нелегкий путь тебя многому научил, Кэл. И ты тоже. Спасибо за добрые слова, Кэл. Но меня не будет рядом в хранилище. Нет, ты будешь. Просто по-другому. Я рада, что мы нашли тебя, Кэл. Удачи тебе. И не забывай. Думай, прежде чем действовать. Подозреваю, испытания Кордовы не каждому по плечу. Да прибудет с тобой сила. Рано останавливаться. Эй! Постой! Я знаю, ты собираешься достать этот Голокрон. Здорово, ты запомнил. Хочешь со мной? О, нет, нет, ни за что. Я просто хотел сказать, ну, это, дети, которых мы должны найти, им с тобой повезло. Им повезло с нами. Это наше общее дело, Грис. Если честно, я надеялся, что ты это скажешь. Потому что, сам понимаешь, одними волшебными трюками им не обойтись. Неужели? Практические советы, ролевые модели, пример для подражания. Знаешь ли, управление кораблем — тонкое дело. Но это если я буду рядом. Я запомню. Ну, вот, хорошо. Ну, удачи, приятель. Забавно, что все заканчивается там, где началось. Да. Помню, как мы впервые сюда прилетели. Я уже говорил, я был уверен, что ты не... Джедай? Джедай или нет, я был уверен, что ты не тот, кто нам нужен. А теперь?
теперь, джедай или нет, ты тот самый. Слушай, я до сих пор не понимаю эту силу, но я точно знаю, что ты крепкий орешек. Спасибо. Ты тоже. Это так. Я и правда молодо выгляжу для своих лет. Вы с Мэрин поладили? А, да. Она по-прежнему меня пугает. Это оживление мертвых и все такое. Но если она меня не убьет... Не убьет. Все будет хорошо. Да-да, ты уже это говорил, но... И ты все еще жив. Пока что. С тобой ничего не случится. Мы боремся за общее дело, Грис. Если увидишь опасного монстра, убьешь его до того, как он убьет меня. Я чувствую что-то необычное. Прозвучит странно, но я думаю, что это Астриум. Чем ближе мы к хранилищу, тем сильнее это чувство. Осторожно, приятель. Мы пока не знаем, как это работает. С этой стеной. Да, давай проверим.
Я оставляю архивы цивилизации тем, кто придет после нас. Даже мудрость и технические достижения не спасли нас от вымирания. Догматизм сбил нас с пути гармонии, и со временем гордыня погубила нас. Чем больше контроля мы желали, тем сильнее разрушали себя. Я веду остатки своего народа в неизвестность, в надежде, что мы обретем покой. Я научу их владеть силой. Мастер Кэстис. Мы начнем с физической подготовки. Что такое сила? Соберитесь вокруг. Мастер Кэстис, думаете, Империя нас найдет? Сейчас и мы пощадим самых юных. Вот так, на колени.
знал, что встречу тебя здесь. О, какая удивительная прозорливость. Я-то думала, что ты славишься упрямым упорством, из-за которого постоянно страдаешь. Тебе стоило устранить меня еще на браке. Часть плана. Я сохранила жизнь Падавану ради приза, что дарует мне благосклонность Императора. Думаешь, я позволю тебе забрать Голокрон? Конечно, нет. У нас обоих есть гордость. Но твоя обрекла на смерть всех чувствительных к силе детей из списка. И тебя самого. Ты права, Трила. Я упрямый. Переживала. Мечом. Он был в аду. Останьтесь. Мы должны держаться вместе. Нет. Я отвлеку их, а потом вернусь к вам. Охраняй юнлингов, Трила. Да прибудет с вами сила. Учитель, останьтесь! Трила, что с нами будет? Не бойся. Не бойся. Нет.
Я тебя вижу! Поехали! Расправимся с ним! Живей! Он бежит! Выдвигаемся! Надеюсь, подкрепление уже в пути. Я живу ради погони. Тебе не жить. Сэры, я все видел. О тебе и Трилле, и через что вы обе прошли. Мне очень жаль. Я был глуп и самонадеян. Я и не представлял, что с тобой было. Галакрон у нее. Но куда она направится? Я в ответе за путь, который выбрала Трилла. Ее действия сейчас – расплата за все мои ошибки. Наши ошибки? В прошлом? Да, мы в ответе, но в наших силах все исправить. Твои слова, Цера. Ты прав. Я знаю, где искать. Есть крепость, куда ведут джедаев, а выводят инквизиторов. Ужасное место. Я сбежала оттуда. Не думала, что снова вернусь. Теперь ты не одна. Ты пойдешь с другом. Нет. Со мной пойдет джедай. Склонись. По праву совета, по воле силы, Кэл Кэстис. Встань, рыцарь-джедай. Теперь ты готов. Как и ты. Ты отлично справляешься, Кэл.
Таран Маликас. Имя кажется мне знакомым. Он был одним из самых почитаемых генералов-джедаев. Что, как какой-то герой войны? Джедаев учат абстрагироваться от восхвалений. Но успешный лидер быстро привыкает к известности и славе. Ну, больше ему это не светит. Нет, не светит. Маликас был талантливым стратегом и умел вдохновлять своих солдат. Что, наверное, и помогло ему взять этих чудиков под контроль. Приготовься, парень. Начинаем посадку. Дело дрянь. С их-то защитой нашим обычным трюкам не сработать. Я помогу. Каков твой план? Ритуал. Он скроет корабль. Наверное. Ритуал? Да, она в этом деле мастер. Что? Так-так, минутку, постой. Что для этого нужно? Нужна жертва. Твоя рука как раз подойдет. Стой, что? Я пошутила. Идите за мной. Дайте мне сил, сестры, мать, дайте мне сил. Эти ее штучки работают. Какие у нас шансы? Ставлю на тебя, парень. Пойдем, друг. Как будем внутри, я возьму на себя их защиту и собью их датчики, чтобы Богомол нас вытащил. А ты найди Голокрон. Зачем разделяться? Я чувствую, жизнь каждого ребенка из списка на кону. Что бы ни случилось, что бы ты ни увидел, обо мне не думай, просто бери и уходи. Крепость уже рядом. Пора.
Казнить нарушителя! Кэл, ты там? Да. Рад тебя слышать, сэр. Я выяснила, где Голокрон. Принимай координаты. Принял. Идем дальше. Беди. Дверь. Замечен враг. Рассчитанный удар. Не высовываться! Шесть, огонь! Быстрее увернулся! Сосредоточить огонь! Деятельность ограничена! Позиции врага! Что нам делать без поддержки дроидов? Посмотрим, что я смогу сделать! Мы слишком хорошо тебя наслаждали! Склонили ко тьме Триллу. Разрушим все, беди один. Еще сопротивляешься? Неразумно. Уходим. Нужен всего один хороший удар. Сэр, я тут закончил, но имперцы меня заперли. Идеи будут? Кэл, найди приборный отсек. Есть план. Кажется, я уже там. Впечатляет. Я не готов сдаваться. Необходима энергия. Необходима энергия.
будешь бедить. Вроде бы сработало. Глянем, что там. Я отключила щиты на внешней стороне крепости. Затопи базу и плыви к центральной башне. Вот это задача. Удачи. Встретимся внутри. Понял. Пойдем, беги. Выглядит не очень прочно. Рядом. Ты тоже это? Он убивает всех подряд! Ты как нам по нему попасть? Сюда! В сторону! Надо прикрыть меня! Я знал, что все к этому придет! Можешь с ней совладать. Супер! Он уходит за ним! Будь ты проклят! Сближает врагом! Иди сюда, трус! Я воля императора! Близок твой конец! Еще ты!
знаю! Ладно, разберемся быстро! Скорее, за ним! Покараем нарушителя! Открыть огонь! Осторожно, иначе все будет плохо! Она твоя, беги. Джедай, вижу ты в крыле для допросов. Я сотру тебя в порошок. Не терпится увидеть твою агонию, джедай. Гнусный трус. Поймать его! Отступаю! Осторожно! Теперь это все. Кэл, я рядом, но за закрытой переборкой. Рядом с тобой есть консоль.